Вода. Ну? Веди в интернете стоимость гигабайт, видеокарты гигабайт 3060. На 12 гигабайт. Гигабайт называется? Ну, 1060? 3060. Гигабайт 3060, 12 гигабайт. Так, я понял. Видеокарта гигабайт 3060. На 12 гигабайт. Ti, да? Не, обычно. Просто. Понял. Сколько гигабайт? Так называется просто. Ну, слушай, тут если гигабайт RTX, кстати, сейчас скажу. RTX, да. RTX, ёбаный этот, 3060, да? Да, 3060 на 12 гигабайт. На 12, сука, уберись нахуй, баста. Подожди, тут реклама вылезла, блядь, она не закрывается. Вот, все. Слушай, в принципе, короче, в районе за сотку, я тебе прочитаю. За сотку? Да, за сотку. Ну вот она сейчас стоит на Яндекс.Маркете какая-то из этих 130 тысяч. Есть за 180. Есть за 180. Есть за 180. Да. Понятно. Ну, в принципе, то есть она типа, сука, по-разному варьируется. Ну, там вот есть 107. В принципе, эта командировка меня окупила. Слушай, а захвати мне одну, а? А 2060 самый минимальный RTX сколько стоит? 2060? Да. Ну тоже там около 60-70. Так, гигабайт 2060. Она в районе 80. В районе 80. Вот тут, короче, компы все собираю, да? У меня комп стоимостью где-то около 300 тысяч рублей. Ну уже. Давайте там еще плату какую-нибудь возьми, маску хорошую. А слышишь, а сколько это? Кого? Смазку? Матку, матку. Маску? Мать. Материнская плата у меня охуенная, массажистская, блядь, ебанутая нахуй. А процессор какой у меня там? Ты меня спрашиваешь? Не-не-не, какой? Седьмой? В интернете Ryzen 7. Цена. Цена Ryzen 7. Ryzen что? Цена процессора Ryzen 7. 7. Как? 3700X. 3700Ч? 3700X. Я понял, ожидайте. В районе 30-ки. Ну, это нормально. Да, одна видеокарта и, блядь, процессор, это уже 200 тысяч, нахуй. Угу. Да, ну, нахуй. Еще плашки две, по три, по сколько там? Да, ну, слышишь, оперативки побольше возьми. Ну, я у него заберу, нахуй. Оперативки 32, 15-20. Нихуя. Одна? Нормально. Что там делаете? Сейчас пельмени поднимать. Охуенно. Ты в России кризис. Да? Да ебать, прикинь, короче, блядь, по акции, блядь, нахуй. Раньше стоили пельмени 300, там 10 рублей, сейчас 460, нахуй. Такие цезары? Да. Я сейчас пойду, нахуй, квартиру взрывать, нахуй. Да, я слышишь? Высоток дохуя, блядь. До 10-этажных, нахуй. Буду взламывать, нахуй. Дома, блядь. Тем более по телефону так не говори. Чё? Хуйню всякую. Что мы мародерим? Что вы квартиры хотите вырвать? А это хуйня? Ну да, хуйня. Бля, тут, блядь, по домам башут, нахуй, с минометов.